В Самаре выбрали президента областной федерации баскетбола. Им стал Владимир Аветисян. В понедельник, 12 ноября, его кандидатуру единогласно поддержали на отчетно-выборном собрании членов общественной организации. Сохранить то, чего удалось добиться за долгие годы, а также сделать баскетбол более доступным, причем не только для жителей Самары, но и всего региона, вот основные задачи, по мнению нового президента федерации. Павел Баймаков продолжит. В самом начале отчетно-выборного собрания минуты молчания собравшиеся почтили память прежнего президента федерации Виктора Сазонова, который в сентябре этого года скончался после продолжительной болезни. Областной баскетбольный союз он возглавлял с 2012 года. Баскетбол в Самарской области не просто баскетбол. Это целая эпоха, это история, это традиции. Правительство Самарской области всегда поддерживало баскетбол на всех этапах и на всех уровнях, а также и федерацию. Поэтому я хочу сегодня вам пожелать сделать правильный выбор, чтобы федерацию возглавил тот человек, который достоин этого. За последние несколько лет благодаря работе федерации баскетбол в Самарской области совершил хороший прыжок вверх. Об этом говорит и отличная подготовка спортсменов, и количество и уровень проводимых соревнований. Рекордное число было отмечено в октябре 2016-го, когда за месяц было проведено более 400 матчей. Количество занимающихся видом спорта баскетбол в Самарской области за это несколько лет увеличилось чуть-чуть больше, чем в 4 раза. Если мы дальше будем вместе совместно работать и развивать баскетбол по всем направлениям, и профессиональный, и детско-юношеский, и любительский, мы эту стратегию будем реализовывать и достигнем результата. На открытое голосование по выбору нового президента областной федерации баскетбола была поставлена единственная кандидатура. В итоге за Владимира Аветисяна единогласно проголосовали все собравшиеся. Он, в свою очередь, согласовал с представителями федерации новый, немного измененный список членов правления, куда вошли лишь те, кто за последние несколько лет действительно внес вклад в развитие баскетбола в регионе. Основной все-таки посыл. Конечно же, каждый человек должен вносить свою лепту в работу федерации, а это значит в развитие и популяризацию баскетбола в Самарской области. Извините за такой сленг, но вот уверен, что мы будем единодушны. Пассажиры, да, нам не нужны. То есть вот в этом смысле нам, конечно, необходимо рабочее правление. Особое внимание новый президент областной баскетбольной федерации планирует уделить развитию детского баскетбола и не только в областной столице, но и по всему региону, чтобы будущие звезды рождались и светили в Самарской области. Павел Баймаков, Тимур Набиев, новости губернии.